Вот оно утро, доброе утро. 1 час езды, быстренько на почту. Ну и естественно отправляемся на рыбалку. Я ненавижу город, меня бесит, раздражает. Вот этот поток, люди спешат на работу, в голове у них офис, какие-то там дела. Ну, в общем, вот эта городская суета не для меня. Для меня это дорога, рыбалка и спокойствие. Вот они, городские монстры. Рутина. Как всегда, служба доставки не спит. Кстати, для тех, кто в танке, у нас есть телеграм, называется «Вредная белка», так что заходите, там все у нас в онлайн режиме. Ну, хотя у видео тоже задержки нет, видосы у нас выходят по мере поступления, то есть сегодня рыбалка, вечером видос, ну, крайний срок утром. Так что вся рыбалка актуальна, не так, как у других каналов, что месяц назад порыбачили, через 2 месяца смонтировали и только выложили. Нет, у нас все идет. Если рыбалка была сегодня, то она сегодня выйдет и обязательно вы ее увидите. Опять этот квакающий шум. Раздражительная городская рутина. Как они тут живут, блин? Нигде не поставишь, никуда не пролезешь. Чё к чему, блин? И этот центр города, вернее, центр другого берега. Не, я так жить не хочу. Мне так не нравится. Ну, что это такое? Ужас. Пока я еду домой, можете поставить лайк, написать комментарий. Хотя, не пишите, не ставьте лайк. Мне по барабану. Мы это для себя пишем, для отчетности. На следующий год посмотрим. Ага, в это время, в этот день пошел окунь. Смешанная рыбалка. Удочки, спиннинги, червячки, комары малярийные. Плюс ветер. Ветер, как обычно, нам обещали 2 метра. А на улице 7. Блять, все как всегда. Самое главное, что я утром встал 2, 3, ну 4 дома, а получилось нифига. Так, мы к дедушке приехали, нам червячков купить надо. Мы у него вообще всегда что-нибудь покупаем такое интересное. Я объясняю разницу. А вот это вы рукой двигаете, понимаете? Этим и есть. Играет. Этим вы рукой не подвигаете. Ладно, ветер не ветер. Сегодня у нас смешанная рыбалка. Будем рыбачить на удочке, на спиннинге. В общем, все зависит от ветра. Ветер спадет, слава богу. В 4 часа. В 3. В 3. Даже может чуть раньше. Значит, спадет. Слава богу. Аллилуйя. Ну, а что дома-то сидеть? Дома сидеть смысла нету, а рыбка ловится. О, а что завтра тоже дождь? Завтра? Угу. Ёб твою мать. Ну, когда-нибудь закончится? А нет? Так, чуть-чуть поморосит. А солнце? Небольшой дождь. Солнце будет? Нет, облачно. С утра солнце посветит, а потом облачно. Так, в колхозе пока ничего не изменилось. Все прекрасно, хорошо. Асфальт заканчивается. О, отлично. Какой большой. Ну, прям, вот правда, мы этому месту дали почему-то название «Затерянный мир». Вот что-то есть в этом такое, в этом пейзаже затерянное. Наше любимое дерево. Сейчас ехать некуда,
поэтому мы здесь тусуемся. Ну а вообще мы здесь тусуемся, потому что здесь кайфово и можно отдыхать. Не каждый сюда доедет, и пешком не каждый дойдет. Но они реально здоровые. И вот кто это? Это цапли. Цапли, цапли, да. Ну да, на болотах. Блин, а мы шугнули, а я не заметил. Они улетели. Они улетели. Есть кто из цапель? Что-то как-то удивительно сегодня. Вообще никого. Вообще. Ну, вроде чистенько. Ну не, молодцы, чисто все убрали, красавчики. А мы думали, что они не уберут, кстати. Ой, вообще никого. Вообще никого. Какая прекрасная новость. А мы тогда на своем встанем. Так, яма наша. Объезжаем. И сюда. О, даже тычки есть. Какие-то птички, кстати, вон. Непонятные, но интересные. Вид, конечно, слушай, хорошо. Кайфово, да? Ветер есть, но тепло. Ну, красота. А... Почему? Ты пытайся. Ну как не хочет? Не хочет. Ага. Хочет? Не хочет. Не хочет, падла. Давай с пульта. Ты кофеек. А, там с надо. С кнопки не хочет. С этого хочет. Так, ну сейчас попробуем спиннинги, а потом попробуем удочки. Ветрище. Сейчас покидаем раз 5-6. Не пойдет, так не пойдет. Белка замерзла. Холодновато, да? Ну так, дует что-то холодненькое. Ну ветер нас преследует. Какой прям. Через час ветер ослабнет. А, о, через кофе. Час? Да? Да. Даже, по-моему, ветер посильнее, чем в тот раз. Уже 8 метров. А, уже 6. Что-то я не скажу, что 6. Порывы большие. Все 20. Порывы большие. У нас, блин, молоко кончилось. Пришлось покупать в магазине для кофе. Ой, тут что-то крючок это. А? С крючком беда. Чё? Погнулся, надо один выпрямить. Ну я выпрямлю. А! Чё, воткнулась? Да. Ну это нормально. Без этого никак. Я вообще удивляюсь, как мы за 5 лет себе крючки в пальцы еще не воткнули. Ой, сплюнь. Ну потому что это микро, небольшое. Мы так не кидаемся все дури же. Я, короче, этот крючок вот здесь положила. Какой? Смотри, возле зажигалки. А-а-а. Которую надо, ну, согнуть будет. Ты уже налил молоко туда, не? Да. На. Кстати, тубус вот такой компании никогда не берите. Вообще, просто отстойный. Смотрите, как деформировался в машине, когда было жарко. Так, удочки у нас вот такие сегодня. 15-40 грамм. Офигеть. У нас удочки 15-40 грамм. Да. Прикинь. Кошмар. Дожились, блин. На удочке уже рыбачим. Ну, хоть карасика на вечер пожарить. Ну, чё, клевака клюет? Да, конечно. Нет? Не-а. А вдруг? Подождать надо. Я кофе пошел пить, пусть оно само клюет. А, ты поставил? Да. Это даже не комары, я думала комары. Нет, это не комары.
таких, смотри, вся машина в них. Ну. А кто это? Новый вид чего-то. Тоже с Африки прилетели. Кошмар. Ужасная, кошмарная тема. Ну, такие мерзкие. Стулья уже с собой возить. Надо забрать. Я, может, завтра заберу. Ну. Время обедать. Кайфово, так как. Буська собрала бутерброды, яйки, сосиски. Ништяк. Всем приятного аппетита. Бутеры жареные. Кайф. А что еще может быть лучше? Бутер — это кайф. Спряталась такая, сидит. Ну, даже не видать. Ну. Ну она там сидит. Если ты сейчас будешь подходить, она залетит. Красота. Это хорошо, у нас еще микрофоны спасают, что вот этого всего шума не слышно. А так вообще ветер шумит, дай боже. Ну красиво. Блин, тут дед какой-то сидел, мы уезжали. Вот засранец, вот так вот, вот он оставил пузыри, накидал своих салфеток. Короче, засранец полный, блин. Я таких не понимаю. Не люблю я такую рыбалку. Сидишь с этой удочкой, смотришь в этот поплавок, залипаешь. Мне надо, чтобы вот на спиннинг чувствовалось, как окунь дернул или щука там, ударчик. Вот так вот я хочу. А вот так сидеть, тупеть. Ну, хотя, в принципе, каждому свое. Кто-то вон сядет, книжку электронную читает, пока бубенчик не забубит. А я вот ворон считаю. Какая ворона, когда летит. Ветер, падла, достал. Ну, реально. Вот это я называю рыбалка на удочку. Да. Да, блин, сидишь вот как пень вообще. Целый день, блин. Я бы вот не смог так. Не, я понимаю, там пока кушать готовишь, там закинул, да? Что-то чем-то занимаешься. Ну, или утром на еду заработал. Ну. Так-то понятно, с утра проснулся. Пошел. Поймал. Угу. На обед уже есть. Карась-то тут такой солидный. Ну. Мы смотрели в группах, но, правда, они на той стороне рыбачили. Ну, такой. У меня ладошка даже маленькая. Там такие у мужиков краги здоровые. Так-то кайфово. Вот если ветер еще в 3 часа стихнет, будет вообще праздник. Тогда можно будет удочки оставить и пойти там покидать. Ну. Короче, лето начинается. Два раза уже запил и жевать не хочет. Жуй давай. Жуй. До конца жуй. Какая мерзкая рыба, блин. Это же надо так долго мусолить. То ли дело щука или окунь. Бух, и все. Слушай, ветер вроде затыкается потихоньку. Да нет, по-моему, так же. Думаешь? Ну, 6 метров. Ну, вообще он в 3 часа должен закончиться. Да, до 5, до 4 должен упасть. Ближе к вечеру уже начали подтягиваться. Ой! Всякие разные рыбаки. Он это большой, наверное. Да. Да? А? Что ты говоришь? Этот большой, наверное. Нормально. У меня крючок. Вон, и дедок уже прикатил. Потихонечку уже выкладывается.
Сейчас тут к вечеру, к часам к 5 уже народу навалят. Это мы приехали пораньше. О, лопнуло, так что должен вкусненько сейчас быть. Вкусненько? Тебя уже вкусненького одного стащили. Слушай, ну меня даже не дергали, я не знаю, как они так умудрились. А ты рыбу спиннингом не распугаешь? Нет. Уверена? Да. А так? Это в обед забросил? Да. И кайфово. Когда затишье идет, ну, по рыбе. До вечера хай стоит, может, что и поймается. А. Обсуждаем рыбалку на удочку. Мы просто привыкли ходить там по километру, по два, блин. А тут ноги затекают. Жопа деревянная, блин. В общем, это не наша рыбалка. Вот в обед, да, закинул там, пока затишье. И ништяк. В том году надо было так делать. Ну. Мне бы как-то закинуть. Ну, перекинь. Да я не могу, он все равно сюда рядом и все. Так ветрище такое стоит. Нет, конечно. Я вот жду затишье. Я, видишь, вымотала сколько. Червяк-то есть? Есть. Червяк, бедный, уже замерз там. Вот как его кинуть, чтобы оно далеко кинулось? Вот так кидай. Но вот. Все равно на то же место. Ну все равно дальше закинула. У тебя рядом с берегом был. Но это его потом сюда прибивает. А я его даже не вижу. Вот он. Да я в камеру не вижу. Я... Дядечка подошел. Ну, вернее, дядечка моего возраста. Колокольчики, говорит, дома забыл. Продай. Что значит продай? Бери. Не жалко. Мы все равно спиннингисты. Ну, блин. Ну точно не удочники. Че это, 9? Солнечно, 3 метра. В 9? Ну, с 6 до 9 это непонятно. А ветер? 4 метра. 4... Сейчас 4 метра пишет. 18.00. А сейчас? 5 метров каких? У меня 6 пишет. Ну. Прогноз погоды дебильный. Вечно. Обманывают. Все до точности наоборот, блин. Где мой поплавок? Съели. А здесь нет ветра. Вот сюда отходишь. Здесь вот солнечно. О, господи. О, а тут тепло даже. Кайфово, да? Ну вот я смотрю, вот эта вот облачность. Так и будет, наверное. Вот вдали непонятно. Какая-то муть стоит. Ну? То ли дождь будет. Ну вот там вообще грозовые. Непонятно. Здесь, главное, ветра нет. Ну, кстати. А в низине ветер есть. Наоборот бы. Внизу ветер есть, а здесь нету. Я говорю, наоборот бы. Ну, хотелось бы. А в этом году нету. А здесь, ребята, царство клещей. 2 минуты ходьбы. Штук 10 клещей, 100%. А дрова только там. И здесь переходить, так сказать, опасно. В этом году клещи, кстати, какую-то новую болезнь на себе перетаскивают. Так что энцефалит — это еще полбеды. Они еще какую-то болезнь таскают. О, господи. Огромный, блин. Здоровый. Поплыл опять по делам. В том году он меньше был. В этом году прям здоровый. Вот кто деревья портит. А эта фигня даже не клюет. Бесполезная рыбалка. Да и ветрище стоит жесткое. О, летают, блин. Где они? Не вижу. Свалили уже. Уток здесь вообще тьма тьмущая.
Я придумал. Пойдем на этот, на ужин. А, точно, у нас за ужин. Пойдем на ужин. Нету рыбы, нет ужина. Понял? Ага. 6:09. Тишина вот полная. Да? Сейчас я там у себя закину. Ну, а я здесь закину. Ну, а поставлю. Ты здесь на палку поставишь. А, как? Вот так полностью вниз, чтобы дерево не задеть. Да я шатал эту рыбалку с удочками, он мне бесит. Да чтоб тебя, падла, а! Ну что же такое? За дерево цепляется, за это все цепляется. Отцепись! Нет, что не говорите, рыбалка на удочке это не мое. Червяки эти, блин. Удочка вечно цепляется. Леска путается. Деревья мешают. Пойдем ужинать. Пойдем. Ой, еле вытащил, блин. Такой здоровый, блин. Ого. Прям нормальный. Классно. А я смотрю, он только бух, ушел. И вот он, красавчик. Большой. Ну, такой же, по-моему, как у тебя. Нет, нет, больше. Побольше? Больше, да. Разловился. Теперь я понял, почему тут дедок бутылку выпил. Он тут жирных карасей таскал. О, тащил. Ну, а не могу поднять этот. Поменьше. Ну, хороший. Тоже один раз только бульк и сразу. Сразу же вытащил, да? Хороший. Ну, вот в 6:00 выход был. И я, и белка поймали. Сейчас пока тишина. Он как будто бы вот сверху голову вытаскивает, и вот эти вот всякие мухи съедает. Нет, так он еще и прыгает кверху аж весь. Ну. Играет прям. Прям вот здесь вот так вот там видно на середине, здесь у берега прям бултыхается. Ну, до 7:00 ждем, а там посмотрим. Ветер вроде стих. А, ну да, ветер стих, и клев пошел сразу. Угу. И нормально. Но все равно удочки не наши. Вот она прелесть. Рыбалки на удочку. 30 минут сейчас это все распутывать будет. Хоть получается? Да не, нормально. Не, у меня терпения не хватило. Все, нарыбачились. Хватит. Да. Мы свое поймали, и у нас... Ну, Масика поплыл домой. Да? Туда. А, ну и Масика домой поплыл. Поймали мы, короче, 1 на 300 примерно грамм. Ну, второй грамм 400, может быть 500. Ну, хороший, жирный. Все, нам достаточно. На жарёв хватит? Но мы не маньяки. На жарёв ухватит и хорошо. Честно. Были бы, ну вот и что, вот как я должен проезжать. Самое главное, мне хорошо, остальным все пофигу. Нет, объезжать мы не будем. Нет, ну я что, блядь, должен царапать, что ли, или что? Стоит же, посигналит. Че посигналишь? Тупой.